На один день Дворец культуры имени Чкалова погрузился в атмосферу давно ушедшей эпохи. Народные костюмы, песни и пляски, игры и забавы. Воспитанники и педагоги образовательных учреждений микрорайона Чкаловский приняли участие в ярмарке «Карусель традиций». И словно на машине времени отправились в удивительное путешествие по городам Руси. Проект «Дети детям» сегодня реализуется в рамках сетевого взаимодействия учреждений культуры и детских садов. В течение года в библиотеке номер 3 проходили различные мероприятия, где ребята знакомились с национальными промыслами, городами Золотого кольца, русскими народными традициями. А ярмарка стала финальным мероприятием учебного года. Данное мероприятие проходит в таком масштабе впервые. Потому что у нас каждый ежегодно заканчивается большим мероприятием взаимодействие, сетевое взаимодействие детских садов и библиотек. В течение года мы работаем по 2-3 садика, ну а в связи с тем, что сетевое взаимодействие, значит, тут присутствуют сегодня все 5 садиков. Колокольчик, Незабудка, Малышок, Березка, Солнышко. Все учреждения представили изделия ручной работы. Здесь и вязание, и различные декоративные поделки, гжель, хохлома, городецкая и жостовская росписи. Многое из представленного на витринах изготовлено юными мастерами детских садов. У нас представлена эта дымковская игрушка. Вот эта дымковская игрушка. Сначала мы ознакомились, рассмотрели иллюстрации, узнали, где находится этот промысел. С мастерами познакомили. А затем вот вырезаются вот такие шаблончики, и дети сидят и расписывают уже на свое усмотрение. И, конечно, какая же ярмарка без продажи изделий? Весьма креативным решением организаторов стали монеты, на которые каждый участник смог выбрать понравившийся у соседей товар. У меня тоже есть вот такая необычная монета, и на нее я могу что-то приобрести. Вот мы стоим у витрины детского сада «Малышок», и я вижу очень интересную вещь, судя по всему, ручной работы. Здравствуйте! Здравствуйте! А можно вот посмотреть, что у вас в руках? Салфеточка ручной работы. Это ручная работа? Да, конечно. Наши педагоги и родители помогали нам в этой ярмарке. Ее и возьму. Ярмарка для каждого продавца в этот день удалась. Товары разлетелись в считанные минуты. При этом без покупки никто не ушел. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.